отсюда потом. Давай, зайчик, вытягивай любой билетик, который тебе нравится. Твоей мамы. Ноль. Угу. Шесть. 566. О! Аплодисменты. Отлично, с первого раза попадание. Значит, ну, дабы не было интриги, это будет тур на двоих на уикенд в Венгрию от компании. Хотел бы разрешить вспомнить какой-нибудь турагент. Ладно, от компании Адван, безусловно. Мы у меня в руках, вот этим Нелира говорит, Нелира дала специально. Ручку я дала. Скажите, озвучьте ваше имя. Причем это Оксана. Это уикенд, подарочный сертификат на двоих. Поэтому вы можете с любимым человеком, с кем вам будет приятно получить такой шикарный подарок от нас. Так, я прямо здесь подписываю еще раз. Имя, фамилия? Блыз. Блыз Оксана. П. Да. Мы вам оплатим, как только вы скажете да. Поздравляем вас! Мы владельцы счастливы. Завершит парад наших. Я вообще хочу пригласить всех спикеров, которые проводили и презентацию, и наше обучение, выйти на эту сцену. Потому что именно благодаря их энергии, их бескорыстным такой бескорыстному желанию поделиться своим наработанным опытом и дать это вам, состоялся наш семинар. И под аплодисменты, пожалуйста, проходите, наши спикеры. Дорогие спикеры, пожалуйста, на сцену. Друзья, пожалуйста, не уходите, потому что это неуважение. Люди для вас работали. Пожалуйста, не уходите. А еще я хотела бы пригласить людей, которые нам помогали на наши шифровалы, если есть в зале, с теми чудными девчонками, девушками, которые встречали наших гостей. И двумя людьми от Руслана Цискладзе, которые проверяли у нас браслетики. Если есть в зале, тоже, пожалуйста, выходите. Ира, да. Где же ладошки встали, мы как сетника не разберемся. Подождите, секундочку. Одну секундочку внимания, ребята. Я бы хотел от лица и всех спикеров, от лица вас поблагодарить за огромный труд, за огромную работу, которую проделала Лира. Я знаю, что сколько ей труда это стоило. Это огромный труд организовать такой семинар. Тоже, да, кто-то помогал, кто-то, но все основные тяжести легли на ее вот хрупкие плечи. Лирочка, мы хотим тебя все вместе очень сильно поблагодарить за твою самоотдачу, за твой труд. Мы тебя очень любим. Спасибо тебе большое. Спасибо. Друзья, ну у нас еще не просто так стоят спикеры, лидеры. Мы хотим одарить и будем зачитывать именными сертификатами. Наталья Стодольская. Давайте я буду Лирочке передавать. Лирочка будет передавать. И дальше. Лир, можно тебя? Да? Так, Лир, держи. Александру Толчинскому.
Здесь находятся книги, книги, знания, которые в любом возрасте не необходимы для повышения своей квалификации. Юлии Саржиной, пожалуйста. Юлечка. Так. Лире Поздняковой, спикер. И можете достать сертификаты, сделаем такое общее фото потом. Юрий Полищук. Да. Так, Алина Зеткина. Алина Зеткина. Спасибо вам большое. Неоценимый опыт, неоценимая передача опыта. Сергей Середа. Александр Черный. Самый светлый. Среди всех черных. Вау! Мне! Я начинаю Сергею Вахновскому! Я под вас из принципа Паретто. Очень важно. Круто, спасибо. И Руслана Цискладзе. Руслана Цискладзе. Еще есть там еще для наших спикеров, для презентации еще. У нас это все есть. Давайте. Видите, у нас все пока. Да. Нет, конечно, у нас не все. Яня Лаврушенко. Есть Яна? А, не пойдет. Да? Уехали, да? Мы тогда обязательно передадим. Так. Михаил Хомин. Михаил Хомин. Так. Елене Петровской. Я видел, ты уехала. Леночка, спасибо тебе огромное. Леночка. Юлия Червинская. Юлия Червинская, спасибо, Юлия, за твою отдачу. И Татьяна Шелудько. Татьяна Шелудько. Шелудько. Что она за куст? Никого не обделили? Там еще есть, да? У нас просто Наташа Шипова, мы тогда потом вручим. И, друзья, у нас семинар. Да, давайте с сертификатами. Яна есть, просто она уехала точно, для нее лежит. Я просто знаю точно, что она... Сертификат книги. Да, 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 уехала. Ой, где же мой? Я тоже должен похвастаться. Ой, можно я уже... Я не знаю, а сдвиньтесь совсем вместе. Сдвиньтесь немножко всем вместе. Да. Извиняемся. Видео будет. Все, внимание, внимание. Можно вставать. Подождите, не надо. Спасибо большое! Всем вам спасибо огромное! Вы огромные молодцы, что два дня были здесь, получали знания, обучались. Надеюсь, что все это прошло не зря. Спасибо большое! До скорых встреч и огромных вам успехов, огромных чеков, больших организаций и, конечно же, просто человеческого счастья. Time.